хочу рассказать про так называемые бесшумные замки. Стоит ли их ставить, какой от них приход. Ну и что из этого вышло. Видос будет странным. Начался он еще у меня, когда цвели деревья летом. А сейчас вообще снег уже вон лежит. Все потому, что я искал замки определенной фирмы, которые работают тише и мягче, чем другие конкуренты. Фишка этих замков скорее даже не в бесшумности, а именно в легкости срабатывания, открывания. Он легко закрывается. Он легко открывается. Может быть, он и тише, но у меня дверь зашумлена, поэтому я этого не знаю. Замками затянул я аж с лета, почти до зимы. Затянул почему? Потому что искал именно птимашевские замки. Они намного лучше работают, намного мягче и тише, чем вот какие-то я купил непонятные. Что их делать тут вообще непонятно. Гранд Реал. Короче, такие брать не надо, надо брать такие. Их довольно сложно найти, я заказывал в магазине Автоал. Вот так. Кто не знает, меняются замки элементарно. Тут два болтика. Тут один. Минутное дело. Два стихие замки. Сделаю звук после. Вот что стало. Открывается она легче. Главное даже не звук, а то, что тактильно открывается легче. То есть двумя пальцами. Оп. Что ручки, что дверь сзади. Мне дошло до того, что вот тут даже протер с краской, приходилось так сильно задирать этот хренотень. Сейчас вообще этого делать не приходится. Просто усилие минимальное. Отлично. Итак, поехали. Этот замок я уже поменял. Для вас я картинку переверну потом. Не могу открыть. Вот такие усилия. Все, кроме замка на водительской двери, штатные. Вот этот я поменял. Багажник я не замерял, открывается очень легко. Просто отлично. Раньше вообще я открыть не мог, свистом. Thank you.
Короче, резюме такое, рекомендую я разориться, всем поменять эти замки, чтобы не было этих эпизодов с ручкой, как тот генерал, потому что я в свое время тоже ручку оторвал заднюю правую. Пассажиры не дергали ручки в панике, что что они открываются, дети там, бабушки, тещи. Все работает прям не хуже иномарочных. И тихо. Как-то так. Всем удачи, пока.